В начале следующего года в России будет запущено первое производство инъекционных медицинских игл полного цикла. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации Ростех. Производственные мощности налажены на базе концерна «Вега», который входит в объединение «Росэлектроника». Ожидается, что производительность завода составит до 700 миллионов изделий в год. Проект разработан в рамках программы импортозамещения и призван сократить зависимость от зарубежных поставок критически важного расходного медицинского материала. В настоящее время медицинские иглы преимущественно импортируются из Китая и стран Европы. После запуска предприятия российские специалисты смогут производить, в частности, игольные заготовки, дентальные иглы и иглы для вакуумных систем забора крови. Объем производства обеспечит более 50% потребности внутреннего рынка с возможностью дальнейшего масштабирования проекта и увеличения количества выпускаемой продукции, отмечается в сообщении. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, это первое в России производство медицинских игл такого уровня, которое сможет обеспечить до половины потребностей внутреннего рынка. Инвестиции в проект составляют 797 миллионов рублей. 500 миллионов при этом предоставлены фондом развития промышленности в виде льготного пятилетнего займа, и 297 миллионов рублей взяты из средств концерна «Вега».